поставить елку, а еще сегодня 25 декабря, и скоро будет 2019 год. Поехали заряжать! Эту елочку я выиграла на соревнованиях. Вторая елочка. Я потом вам покажу мой самый любимый шарик. Он в виде совы. Если я его найду, то покажу сейчас. Каждый год мы покупаем по несколько новых игрушек, и в этом году мы купили Деда Мороза и домик. Давайте их повесим. Повешу их на верное место, потому что Дед Мороз – это символ Нового года. Должен быть и везде. Сейчас я вам покажу мои самые любимые шарики. Первое – это вот такая сова, про которую вам уже говорила. Мне очень нравятся ее зеленые глазки. Вторая – это еще одна сова. Мы купили ее в прошлом году, и она мне тоже очень нравится. Еще мне нравится снеговичок, который мы тоже купили в прошлом году. И собачка. Это были мои самые любимые игрушки. Ну и пошлите наряжать елку дальше. Мне она очень нравится. И еще я включила огоньки. Пока! Merry you, Merry Christmas! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.